нами футболист команды «Легион Репропарк» Никита Пчелинцев. Никита сегодня отметился дублем, и его команда уверенно победила «Лионс», хотя, как уверенно, во втором тайме чуть было не... Подрасслабились. Да, подрасслабились. Опишешь игру своей команды, оцени партнеров и вообще, как твое мнение? Игра была очень интересная, очень жаркая была игра. Первый тайм мы собрались с духом, собрались и выиграли с большим счетом, перевесив в 3 мяча. Во втором тайме мы подрасслабились, конечно, но под конец второго тайма мы тоже поднапряглись и забили еще пару мячей. Ну, не без серии ошибок голкипера соперников, я тоже считаю, 2 мяча сегодня он мог брать. Но, тем не менее, победа разгромная, уверенная, команда играла хорошо. Смотрю, усилились, да, в трансферное окно? Ну, да, пару человек пришло. Вот эта связка Трухманов, Пчелинцев, Ахмадеев сегодня шороху навела. Отыгрываете на тренировках какие-то? Да, да, отыгрываем прямо вот эти все связки, отыгрываем, да. А следующий матч с кем у вас? Следующий у нас матч с Прайдом. Как думаешь, матч лидеров? Ну, мы первый матч проиграли с разгромным счетом, конечно, но будем делать реванш, будем доказывать то, что мы лучше. Все, желаю вам удачи, побольше голов, побед. Спасибо. Всего хорошего.